Так, здесь самые знаменитые сладости. Прогулка по Таксиму. Так как это мой район, поэтому он будет очень часто мелькать на видео. Смотрите, народ не пугает. Дождь, ветер. Сейчас исторический трамвай проедет. Сладкие малыши, карандаши. Лимадо, популярная лимадо, кто как называет. У нас еще до сих пор открыт манго, Зара в это время. Время уже, по-моему, 9, если я не ошибаюсь, до сих пор открыт манго. H&M также открыт. Эти прозрачные зонтики, они продаются прямо здесь. Когда начинается дождь, я не знаю, они, народ с зонтиками, не знаю, откуда появляется. Прям. И народ скупает по 50 лир, по-моему. Раньше стоили 20 лир. Готовят. Уличная еда. Курс 28-100 лир за лир. Здесь обычно фреши и бургеры. Сладости. Что
спорте. Здесь готовят кукурузу и каштаны. Лимон, хаб, лимон. Это мадам Тюссона. Мак. Что-то еще есть. Хафиз Мустафа. Популярный магазин с десертами турецкими. И очень дешевый даже. Смотрите, как красиво. Что-то уже прохладно. Руки подмерзают. Мне очень нравятся эти зонтики, потому что можно делать фотографии с ними. Такие они инстаграмные. Так, это греческое посольство. Тонеры. Очень атмосферно, конечно, здесь всегда. Тоже какое-то кафе открыли. Да, Миди. Здесь улочка с кафе, но здесь кафе, в принципе, везде. Так же, как и Мизи, и кукуруза, и каштаны. Все открыто. Вот за что я люблю мегаполис. Всегда людно. Здесь кутабы готовят, ну не кутабы, точнее, безлины. Здесь тоже готовят. В общем, все сделано для Инстаграма. Инстаграма, ТикТока, Ютуба. Все на показ, то есть в любое время можно снять. Джаз, джаз. Кто? Смотрите, какой подъезд шикарный.